Здравствуйте всем, привет всем, ребята, сегодня такое событие, да, сегодня 3 января 2021 год. И в начале видео я хочу вас всех, мои хорошие, поздравить уже с наступившим 2021 годом, годом быка, и пожелать вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и всего самого наилучшего, побольше денег в новом вам году. Так вот, ребята, сегодня такое событие. Я сегодня ездил в магазин «Спортмастер», который находится неподалеку от станции метро ЦСКА в районе Ходынское поле, а точнее Ходынский бульвар, дом 4, торговый центр «Авиапарк». Ребята, для того, чтобы мне было найти эти вот ботинки мужские, утепленные на зиму от фирмы «Outventure», это вообще нужно было пройти все муки ада. Очень тяжело. Я искал через интернет, все магазины «Спортмастер», короче, пробил, облазил. Кто размера нету нужного, кто еще что-то. Очень было тяжело. И сейчас у них, как правило, нужно все заказывать через онлайн, через интернет. По 100% предоплате, по-моему, как-то так. Потом приходишь, что-то берешь, если они тебе подходят, как бы все нормально. Нет, значит, типа, то ли деньги что-то возвращают, то ли еще что-то. Короче, геморрой, это мне неудобно по 100% предоплате. Мне как удобнее, да и большинство людей тоже так удобнее, как и мне. Это когда приходишь сам в магазин, вот, и когда перед тобой очень большой выбор, ты уже берешь то, что тебе нужно. Естественно, ты их там меряешь тщательно, вот. Ну, а если все подходит, все тебя устраивает, идешь на кассу, покупаешь и все такое. Вот, а сейчас с этим проблема. Некоторые товары даже мерить не дают почему-то, вот, и у них там вообще один сапог только или ботинок на витрине, и вот коробки даже пустые. Короче, очень неудобно сделали, мне эта система не понравилась. Так вот, я все-таки нашел через интернет, и то у них очень мало было в наличии, именно на Ходынском поле. И что я хочу сказать, когда я туда приехал, захожу в этот магазин, подхожу там к работнику магазина и говорю ему: есть ли у вас такие ботинки Outventure мужские 44 размера? Он сказал: да, должны быть, сейчас пойду на склад, схожу, посмотрю. И вот он ушел, этот мужик, минут 20 его не было, потом приходит и говорит: вы знаете, на складу нету. Я так испугался, думаю, что же теперь делать, в такую даль я приехал, а мне же они по-любому нужны, я же вообще без обуви остался. И я не знаю, что делать. Но вот он это поискал в зале, и вы не поверите, нашел. Одна коробка оставалась, именно вот это вот меня ждала. И именно, ребята, моего размера, именно 44-го. Вы представляете, именно 44-го размера. Вот, посмотрите, ребята. Другие бы мне не подошли. Эти вот то, что надо, то, что доктор прописал, они мне сразу подошли, очень понравились, очень теплые. Вот такие, короче, ботинки. Очень хорошие отзывы. Но отзывы, они тоже бывают как настоящие, как и не настоящие. Можно ботинки и за 10 тысяч посмотреть отзывы, тоже там есть как хорошие отзывы, так и не очень хорошие. Потому что, ребята, всем мил не будешь, всем не угодишь. На вкус и цвет товарища нет. Еще смотря как кто носит обувь. Есть кто-то бережно обувь носит, а есть кто-то лазит там, я не знаю, по сугробам, по камням и все такое. Бутылки и банки эти вот пивные обувью как бы давит, да, поэтому все зависит еще, как человек будет обращаться с обувью, и отзывы, в принципе, особо читать и не нужно, главное, чтобы они тебе нравились, и вот все такое. И вот я купил, ребята, долгожданные, посмотрите, какие они вообще, мне так они понравились, и внешне, и очень удобно, очень теплые, и именно мой размер 44-й, их, ребята, днем с огнем не сыщешь, именно вот эти вот ботинки. Во-первых, здесь 80% кожи. Состав вы можете в интернете посмотреть и почитать про эти вот ботинки мужские. Утепленные Outventure. Вот такие вот, ребята, просто балдежные. Видите, какие шнурки очень качественные. Вот такие вот здесь застежки крючкового типа. Вот как на военные берцы, знаете, делают. Извините меня, военная обувь, она всегда отличалась очень хорошим качеством. И вот видите, такие же здесь, как на берцах. Вот у меня есть берцы военные, тоже вот такие вот, типа вот застежки, да. Вот такие шнурки здесь очень качественные. Вообще все прошито, кожа 80%. Вот так вот они выглядят. Я очень доволен, ребят, очень доволен. Они с водоотталкивающей пропиткой. Вот видите, утепленные. Сейчас я вам покажу. Так, это вот так вот сзади выглядят они. Здесь вот очень удобно. Если у вас нету ложечки этой, вот можно за эту хвостик браться и одевать, очень удобно. Вот такая вот подошва.
Кстати, подошва не скользкая, то есть на льду вообще будет все замечательно. Вот. Ну, смотря, как, конечно, какой лед. Ну, вот так вот они, короче, выглядят. Я очень доволен. Вот. Очень удобные, ребят, очень удобные. Я уже их одевал, сейчас я их еще одену вам покажу. 44 размер. Видите, какой я большой дядя. Вот такие вот, короче, ботинки я купил. Очень я рад. Модные, стильные, удобные, легкие, теплые, не скользкие. В слякоть хорошо ходить это. Водонепроницаемые. Очень теплые. Вот так вот они выглядят. Ну вот, все, да, в принципе. Так, что тут они пишут? Давайте посмотрим. Сейчас. Вообще, эта фирма хорошая. Они делают и куртки. Вот у меня куртка уже ношу, который год не нарадуюсь. Очень качественная. Тоже с водоотталкивающей пропиткой. Очень теплая. Вот, пуховик у меня есть этой фирмы. Термос тоже очень хорошо воду эту, тепло держит. Outventure – это новые маршруты, приключения и широкие горизонты в любых обстоятельствах, в любую погоду, в любой точке Земли. С функциональной, удобной и стильной экипировкой. Outventure – а каждый день – это новое путешествие. Вот так вот. Вот, видите, ребята, влага, отталкивающие свойства. Вот. И теплоизоляция. Вот теплоизоляция, видите? Сорок четвертый размер. Так, а сейчас я вам скажу состав быстренько, ребята, этих вот ботинок мужских. Замечательных. Так, значит, состав, ребята, вверх это 80% натуральная кожа, 15% нейлона, 5% искусственной кожи, подкладка 100% текстиль, полиэстер, вот, подошва искусственная резина, сделана в Китае, ну, это понятно. Так, что я хочу сказать, ребята, я очень доволен этими ботинками мужскими, очень доволен, они очень красивые, хорошие. Это вот таблица размеров. У меня 44 размер. А стопы вот. Так. Ну а теперь, что я должен вам, ребята, сказать? Конечно, я должен перед вами теперь похвалиться. Да, похвалиться я должен. И сказать, сколько они стоят. Короче, ребята, сейчас в Спортмастере, ну не сейчас, а уже какое-то время проходят там эти вот скидки. Скидки, ну не то, что распродажа, а 50% у них там на обувь, по-моему, да, или... Не только на обувь, 50%, короче, вот, скидки. И, значит, эти ботинки мужские стоили вот совсем недавно 4999 рублей. Ну, то есть, грубо говоря, без 1 рубля 5000 рублей. Видите, как дорого, 5000 они стоили. Но так как сейчас идет это скидки там, да, 50%, получается, что эти вот ботинки обошлись мне, ну, грубо говоря, за 2500, за 2500. И еще у меня на моей бонусной клубной карте спортмастера были бонусы, оставались в размере 300 рублей. Вот. И вот я их списал. Как раз они уже должны были вот на днях сгореть. И я этими бонусами расплатился. И поэтому скидка очень большая составила, а именно от этих вот 5000 скидка составила, ребята, 2800. Вы представляете, вместе с бонусами 2800. И поэтому мне эти... ботинки обошлись всего лишь, ребята, за 2199 рублей. Видите, как дешево. Ну, грубо говоря, за 2200. Где вы купите за такие деньги? Вот, за 2200 обошлись. Были 5000, стоили, да, 5000. И вот такая скидка у меня вместе с бонусами 2800. И поэтому вот за 2199 рублей я купил такие вот замечательные ботинки. Вот, давайте теперь я их померяю, покажу, как они на ноге у меня сидеть будут. Очень удобно с джинсами. Вообще я не нарадуюсь просто этими ботинками. Так, я вам сказал, да, сколько что стоит. Поэтому очень тяжело их было найти, ребята. Вообще их днем с огнем, их многие ищут, не могут найти.
Кто размера нет твоего нужного, какой-нибудь, может быть, 40-й будет или там 39-й маленький, кто еще что-то, кто надо там по предоплате заказывать, кто еще там что-то бронирует, короче, дурдом. Но вот мне повезло, все-таки я вот на Ходынке нашел эти вот замечательные, и то в одном только у них экземпляре они оставались, и только 44-го размера, как раз это мой размер, и, короче, мне очень повезло. Вообще, я так не нарадуюсь, ребята, вот, их надо носить даже с этими, с тонкими носками. Вот, хотя тонкие носки бывают и теплые, зимние, шерстяные. Вот, очень удобно. Даже их можно это одевать без ложки, ребята. Вот видите, я уже на одну ногу одел. Сейчас я вам покажу. Так. Шнуровать очень удобно. Туго не надо их затягивать. Вот, видите, здесь эти вот как военные берцы, петелики. Очень удобная система. Видите, как быстро я вот уже зашнуровал. Вот джинсы, видите, какие у меня Винтана, турецкие джинсы, зауженные, очень удобно с такими вот ботинками, очень красиво, солидно смотрится. Вот, так, это я на правую ногу уже одеваю. Очень теплые, очень удобные носки. Вообще спортивная обувь самая хорошая, она очень удобная. Она разрабатывалась специально для тех, кто очень много ходит, двигается. Ну, для людей, ведущих активный образ жизни. Вот как я, например. Вот так вот, ребята, вот видите? Топ, топ, топает малыш. Очень удобные, вообще прикольные. Давайте мы сейчас с вами немножко походим в них. Вот. Вот, ребята, очень удобно. Вот с джинсами вообще просто супер. Очень красиво, видите, смотрится, ребята. Вот так вот смотрится. Просто не нарадуюсь. Стильные, удобные, теплые носки. Водонепроницаемые, кожаные. Просто супер. Я очень рад и доволен. Вот такие вот я ботинки купил в Спортмастере. Очень тяжело было их найти. Вот. Супер. Ну все, ребята, вот такие вот ботинки я купил. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал, на канал Московский обжора Серега Резников с Ютуба. Всех еще раз с новым 2021 годом. Так что вот так вот, ребята. Отоварился я здорово. А то ходить было не в чем. Все, всем пока, ребята. Вроде все сказал, вроде все показал. Мне нравится. Здорово, круто, балдежно.